Всем привет, меня зовут Елена, добро пожаловать на мой канал. Сейчас будет расклад на тему, что у него на сердце из-за вас. Подумайте о мужчине, представьте его, произнесите его имя, свое имя. Если у вас есть фотография, посмотрите на фотографию. Оракул нам сразу показывает, опять же, вы проходите с мужчиной какие-то кармические уроки. Для некоторых может показывать, что мужчина может выпивать, либо же он принимает какие-то лекарства. То есть надобье выпало, может быть, ну вы сами знаете своего мужчину, но вот выпало такое. Также показывают, что вы можете с друг другом постоянно о чем-то спорить и друг другу что-то доказывать. И сейчас, возможно, у него на сердце, может быть, ли он думает, сейчас находится вот этот вот последний разговор, может, последний спор, о том, что он вам что-то хочет показать, доказать, может быть, вы это пока не воспринимаете, либо с этим не согласны. Но ключ есть, все-таки мужчина знает, как выйти из-за ситуации, в которой он оказался. Он прекрасно понимает, что и как ему нужно делать. Ну и выпал треугольник, конечно же, это может быть, конечно, и люди, которые вмешиваются в ваши отношения, соперник, соперница, но также могут быть какие-то обстоятельства, третий фактор, который мешает и вставляет палки колеса в ваши взаимоотношения. Ну и искушение выпало. Чаще всего змея показывает, символизирует сексуальную энергию. Это может быть и фундаментом в ваших отношениях, и что у него сейчас на сердце из-за вас, и основным побудителем, мотивом действий к вам. На сердце у мужчины к вам сюда самое хорошее, доброе и приятное. Мужчина сам обладает очаровательностью, привлекательностью, к себе притягивает женщин, и поэтому, возможно, и выпал треугольник. Может быть, очень много женщин на него обращают внимание, и он как бы... им отвечает, не то чтобы отвечает на него это, но он их не отталкивает. То есть, может быть, они перед ним кокетничают, как-то там что-то подходят, может быть, навязываются, и он с ними продолжает общение, как бы резко их не отталкивает. Ну, то есть, ему нравится то, что он привлекает внимание других женщин. Но также мужчина на сердце думает о том, что нужно проявить свою решительность по отношению к вам, и он готов сделать первый шаг. Также в отношениях он предусматривает грамотно подходить к ним, и все его действия осознанные. Он может умело обходить стереотипы любви и направлять свои чувства в нужную сторону. Также в отношениях он хочет быть лидером, хочет вести вас за собой, хочет, чтобы вы принимали его точку зрения. Ну и на сердце у нас звезда выпала, конечно же, он очень много думает и мечтает о вас. Мужчина испытывает к вам влюбленность, искреннее расположение, он на сердце считает, что ваши взаимоотношения, ваш союз будет многообещающим, что вы можете строить совместные планы, и он хочет, чтобы ваши отношения были долгими и ваши планы осуществлялись, и возможно даже думает о браке, ну либо же уже жить вместе. То есть на сердце у него вот такие вот фантазии, мечты. На сердце, опять же, карта Солнца показывает, мужчина думает о безоблачном счастье с вами, о том, что у вас союз двух заботливых, сердечных людей, о стабильности в взаимоотношениях. Также он считает, что ваши отношения будут перспективными и плодотворными. Аркан Солнца может еще и говорить о неком эгоизме человека, то есть он очень много может уделять внимания и себе, он любит себя, то есть может уделять внимание своей внешности, своему здоровью, своей привлекательности, то есть это не говорит о том, что это плохо, но также, ну, это указывает на то, что мужчина в первую очередь может еще заботиться о себе, потом дальше о других, но это у него
происходит, он думает об этом, чтобы быть с вами, он тоже должен быть, как говорится, в форме, он тоже должен быть привлекательным, заботиться о себе, чтобы вам понравиться в первую очередь, чтобы вы были с ним. Не для кого-то там, для других, а именно как бы для вас. Ну и для себя, конечно. Метафорическая карта нам говорит, что на сердце мужчины он считает, что вы для него шанс, удача и возможность изменить жизнь в лучшую сторону. Возможно, что-то, может быть, начать новое, перейти на другую стадию отношений, вообще пересмотреть свое отношение к жизни. То есть мужчина считает, что вы для него шанс и удача, и он обязательно хочет этим воспользоваться. Ну вот так вот нам показали карты сегодня. Спасибо за просмотр. Всего доброго.